Я, как и вчера говорил, сперва, конечно, поздравляю свою команду, всех зрителей, хмельничан, которые пришли, которые поддержали. Это очень нам важно. И если говоря про игру, я вчера говорил, что надо получше защищаться. И сегодня вышли, ребята показали, что умеют и знают, как защищаться. И так вот и победили. Скажу честно, когда играешь два дня подряд, так, конечно, игроки чуть-чуть подустали и так выглядело, может быть, что. Но я думаю, что они боролись до конца. Он еще только одну неделю у нас, еще очень сложно оценить. Ему еще надо набрать форму, но, как я вижу его на тренировке, на тренировках, как в игре, он все нравится, и думаю, он нам поможет.